Всем привет, дорогие друзья, мы на канале Holy Balls. Мы продолжаем прохождение Resident Evil Biohazard. Вот, мамулька там что-то мутировала, мы еще не знаем, что с ней именно. Мы сегодня это выясним, конечно же. Привет, Рустам, привет, приятного тебе просмотра. Хорошее тебе настроение, рад тебя видеть. Присоединяйся, присаживайся, прикладывайся, бери что-нибудь покушать, попить и кайфуй, как обычно. Все, я думаю, поехали. В прошлой серии, короче, мы нашли ключ от ворот, который ключ, блядь, вороний, а не от ворот, сука. Вот. Мамаша там, короче, нас жуками Нет, попробовать не надо. Мамаша нас жуками пыталась убить как-то. Как-то, блядь, сломить, но мы ее нахуй сожгли вот так вот, хуя. Вот, взяли оружие, взяли, короче, ключ. Позвонила нам Зоя. Сказала так и так. А, и открыли мы проход вот туды. С той стороны. Прошли мы, короче, и проход открыли. Сказал нам найти еще какую-то руку, блядь, во втором этаже. Здесь нам ставить нехуй, поэтому мы даже пытаться не будем. Ну, в общем, ищем ингредиенты. Ингредиенты ищем. Вот. Хорошая вещь. Это нам надо для пороха. Пойдем-ка мы сейчас... пусти. Мы сейчас порох, короче, соединим с этой красной хуйнюшкой, и будет у нас... Патроны для дробовика, по-моему. Мы сейчас, собственно, это и сделаем. Где порох, где порох, где порох, 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 мне. Вот он, порох. А, давай весь, похуй. Так, соединить. А, это усиленные патроны 2. Нет, это не для этого. Не для дробовика. Сука. Ну ладно, ладно. Тоже хорошо. Усиленные пистолетные патроны, получается, будет. Тем лучше, пускай. Они у нас, собственно, для вот этого вот ствола. Перезаряди. А, ну в смысле, нам надо прицелиться и вот так вот сделать. Усиленными патронами будем ебашить просто в кашу нахуй. Но сначала мы, конечно, потратим обычный. В общем, у нас 27 патронов. И это хорошо, собственно, хорошо. А, удачка тебе с ней, я через это проходил на безумии. Ебать. Ну ты псих. Я таким заниматься не буду. На безумии нахуй надо. Так, тут, короче, ага, ну. Понятно. Мы с другой стороны появились, вот отсюда вот. Вылезли из люка. А вот куда, налево или направо? Ну, конечно же, налево. Мы же любим, блядь, налево ходить. Тут даже и сомневаться в этом не нужно. Так, а я могу в воду зайти? А меня кто-нибудь пизданет в воде, интересно? А да, попробуем. Смотри, никто не пизданул. А, на безумие интереснее, да? Да пиздец. Тут и так, блядь, все интересно. Ну, то, что ты не дохнешь, это наоборот хорошо для этого первого прохождения. Я как бы не хочу дохнуть постоянно. Безумие, ну нахуй. Не-не-не, я с тобой не согласен. Заперто с другой стороны. Ну, сука, налево нам не дают сегодня в этот раз пойти. Ладно, пойдем направо. Не хотят, чтобы мы ходили налево. Хорошо. Тем лучше. Так, а сюда? Ну, конечно же, нельзя. Тут. Ничего сделать не дают. Хуяся, рифмую, блядь. Стоп, 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 стоп. Ценная фотография. Давай. Чё мне ценного? Туалет на ней. Типа мне нужно будет посмотреть в сортир куда-нибудь. Тряпочка. Жучки. Хорошо. Это из мамки, походу, дело полезли жучки. Я могу просто сейчас сжечь вот так? Могу. Все, понял. Не целясь могу уебать сразу огнивом. Так, я не посмотрел. Везде. И все. Надо, блядь, каждую щелочку осматривать. А то мало ли. Сейчас что-нибудь пропущу и пиздец. Ой, блядь, какое уже страшное местечко, сука. Можно не надо, ну пожалуйста. Мама? А нахуй дверь сама закрывается?
прикрываем спину нахуй, сразу в угол вжимаемся, блядь, и все, часть корабля, часть команды. В дом просто врастаем. Блядь, ну она же сейчас где-нибудь вылезет. О, блядь, сколько травы. Хорош. А нахуй она выращивает траву для меня? Так, синенькая хуйня. Вот синенькая, наверное, для дробовика будет. Патроны. Не-не-не-не-не. Она где-нибудь там внизу, походу, в глуби. В яме. Да ведь? Синенькая. Но это стопудово для этого. Ну-ка, давай попробуем. Соединить. О! Так, секунду. Если я синюю... Так, сделайте сыворотку. Откройте дверь на втором этаже серого дома, одолейте Маргариту и заберите у нее фонарь. Блять, фонарь вот надо взять. Найдите ингредиенты сыворотки, найдите руку на втором этаже. Ну, это понятно. Бля, Маргариту надо будет одолеть, да? Сука. Это же мамаша Маргарита, правильно я понимаю? Ценная фотография. Че в ней? Посмотри на нее. Ага. Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Блять, я эти бычки видел уже. Хуй во туча бычков. Блять, а синюю, если я соединю, стой. Что получится? Эпоксидка? Серьезно, что ли? Вот это что вообще? Разделитель. Можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид. Тогда их снова можно будет использовать отдельно. Это типа из этой хуйни эпоксидку можно сделать. Прикольно. Ну, наверное, прикольно. Так, у меня, конечно же, отмычки, блядь, нету. Кто бы сомневался, нахуй. Так, ну, Маргарит надо будет. А босс-файт это просто когда... Петка. Просто конфетка ты имеешь в виду? Босс-файт, я понял. Блядь, ну, Маргарита! Маргарита! О-о-о! 206 килограмм целлюлита! Маргарита! О-о-о! Сейчас тебе пиздюлей навешаю. Не в ритму, зато правда будет. О, да, сейчас она, блядь, придет ко мне. Да ведь? Сохранение. Не зря же дают сохранение. Не зря, блядь. Сейчас она оттуда она вылезет. Стопудов. Как пить дать? Только я ей прикурить дам. О, место для бойни прям. Ну, я прям вижу. Блядь, ее сверху нету. Сука, ну сейчас же, блядь, как вылезет. Как вылезет, нахуй. Вот отсюда, да? Да ведь? Да, и что там? Топливо, заебись вообще. Все, перезарядись. Ну, как бы мало, но заебись. Я сожгу эту мразь, нахуй. Я уверяю вас. Блядь. Не дойдут, не дают уйти мне. Маргарита плюс 2 мух. Блять, серьезно, а эти будут, да, мухи? Сука. Маргарита, выходи. Пиздюлей навешать мне дай. Или я тебе. А, блять, серьезно, недостаточно места. О, шо. А, блять, серьезно, твердое топливо. А, ну-ка, давай соединить его. С кем? С чем? Бляха. Бляха. Давай тогда сделаем вот эту эпоксидку. Так, и соединить ее. Вот это будет. Хе-хе! Да, топливо. Мне нужно топливо. Я ничего не знаю. Нужно топливо и все. Колеса. Ага. И еще одно место. Ой, ну потрясающе, какой я, блядь, молодец. Тихосимуляторы. Стоит ли использовать их сейчас? Я думаю, нет. Потому как сейчас будет. С другой стороны, конечно. Потому как сейчас Маргарита, блядь, прыгнет сюда, как на меня, нахуй. Ай, блядь, кто, сука? Пауки ебаные, блядь, сожги их нахуй, сожги. Сука, страшно. Очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, они сзади меня, сука, напали на меня, твари. Вот еще пауки. Но я их ножом сейчас заебашу, потому что, ну, это не дело. Так, там патроны и красная эпоксидка. Ножик. Близко не подходим, просто и все. И башим спокойно.
Хорош. Вот так-то, блядь. Гильза дробовика и красная эпоксидка. Красная эпоксидка нам что-то делает, я не помню. Бля, я не запоминаю просто это. Ну, что, я виноват? Не виноват, я думаю. Так, с чем ее соединить? Например, с травой будет жижка. Сильная жижка, между прочим. Ну, давай. Пусть будет, да. Ну, дробовик мы по-любому испытываем. Сначала, что у нас, огнемет идет, а потом дробовик, если что. Все. Ну, конечно, по самому началу мы... А, ну все, как бы, ага. Я просто думал к этой двери не подходить, потому что будет пиздец. Так, ну, видимо, не стоит бить по баллону. Может, он газовый. Хуй его знает. Вот. Маргарита, значит. Сейчас, сейчас, подожди. Я иду. Сейчас опять. Хуяк, блядь. Ай, блядь, ёп. Так и знал, блядь, сука. Так и знал. Иди нахуй, а? Блядь, Маргарита, отстань, сука. Сгори нахуй, тварь, блядь. Сгори, сука. Блядь, гори, сука. Жги ее нахуй, жги. Сука старая, блядь. Бля, ну прикольно, мне нравится. Я, конечно, ее не увидел, потому что я в бок, сука, в этот момент смотрел. А она, сука, на, блядь, вылезла. Че, давай? А, мы не можем залезть? Ладно. Ага, вижу пауков. Блядь, одни жуки, нахуй. Ну и где эта сука старая? Не смотри вверх. Бля, сука! Смотри, как сюда вып... Да, да я, блядь, тебя сожгу, нахуй! Дай сожгу тебя, сука! На, блядь, сгори к хуям, блядь! Как тебе такое? Не смотри, говорит, наверх, блядь! Я не смотрел! Я не смотрел! Иди нахуй, сгори! Сгори, сука, я не смотрел наверх! У, блядь, тварь, мразь! И съебалась. Опять сзади сейчас будет, да? Нет? Нет. Ну давай, давай, иди сюда, блядь. Давай, сука. Чё, блядь, не кайф нахуй? Не кайф, блядь, а мне кайф. Ладно, мы потом залезем туда. Вон она, сука, я тебя вижу, блядь. На, сука, сгори, блядь. Жопу ей подпали, блядь. Фу, какая она стрёмная. Фу, блядь, фу. Морознота, стой, блядь, ты куда? А, блядь, сука, тварь, мразь. Попал на меня, сучара. Сгори, блядь, я сказал. Ну, а тебе ебучку. Да я ж тебя жгу, ты чё, блядь, кобыла. Кобыла, ты чё, блядь? Ну-ка, нахуй, используй аптечку. Хорош, блядь. А чё она, какого хуя? А, ну нормально, видимо. Еще раз использую, чё? Так. Ну тогда дальше будет дробовик, чё ж теперь? Бля, так охуенно жёг её, она это... Чё-то как-то подохуело, по-моему. Так, давай, патроны. Это чё? Топливо, о, хорош. Давай. Да, ну её только сжечь, по-любому. Это... То, что топливо мне скидают, это прям кайф. И то, что я его оставил, это еще больше кайф. Она на третьем этаже, походу, делала. Ну, у нее что-то на жопе. Ей жопу, мне кажется, надо палить, нет? Может, мне кажется. О, привет! Да-да-да, иди сюда, блядь, сука старая. Гори к хуям, блядь, сука! Как тебе такое? Да, вот так поебало, блядь. На, сука! На, падаль, блядь, сгори. Сгори, сучка, блядь, такая. Сучья мразь, сука, гори, жопа твоя горит. Хорош, блядь, давай. Во. Кайф, нравится? Блядь, какая стрёмная. Здорово, здорово, Йоксель, здорово, у нас тут в самом разгаре, блядь, жопу, жопу жжём, старухи. Ну-ка, блядь, на, сука. А, все, пиздец. А теперь дробовик. Давай, давай, съебись отсюда, съебись, старая тварь. Внизу она, короче, окей. Ну, она сама сейчас ко мне придет, что? О, топливо, заебись, перезарись.
Как у тебя делишки, Йоксель? Давай рассказывай. У нас тут в самом разгаре прям кайфы, блядь. Чё, блядь, сгорела жопа? Она внизу теперь, всё, понятно. Где, в смысле? Блядь, показалось. У, блядь, чё-то там она это выблёвывает. Она что-то выблевывает. Как мне сказали этих. Нормально, в сауну ходил. О, красава. Ай, блядь, сука. Ну и. И. Так, дай-ка, блядь, нож в пизду. Нахуй я огонь тратил. Надо было ножом просто. И чикать его, чикать, 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 чикать. Так, где эта мразь? Почему я ее не вижу? Она еще ниже, что ли, блядь? Прыгнула. А, сука, здорово, блядь. Здорово, нахуй, гори, хуям, тварь, блядь. Гори, сука. На, блядь. Иди отсюда, блядь. Ай, блядь, она меня жрет. Без толку. Че без толку? Сожги ее, нахуй. Куда пошла, сука? Сожги, мразь, блядь. Сожги ее, суку. А теперь вот так вот, сука. А, сука, сдохла! Умразь, блядь. Ну-ка. Сдохла кобыла, блядь. Да, сдохла, смотри. Вот так-то, блядь. Мамаша, фонарик. Спасибо за фонарик, я погнал. Так, ну я не все еще собрал, подожди. Там мы на втором этаже. Блядь, что я ее быстро завалил, конечно. Надо было сложность повыше сделать. А, да, у вас тут, похоже, проблема с насекомыми. Да, была. О, серьезно? Я ее убил, прикинь, и насекомые все съебались. Кайф. Так, чё, подожди. Чё мне сделать? Мне нужно вот это поменять. А, ну это я, наверное, там поменяю дома. Давай, давай, чё там? Твердое топливо, жижка. Или уже не менять. Мы можем твердое топливо на чё-нибудь прокачать. Нет, не можем, да? Ну и ладно, ну и хуй с ним. Сейчас что-нибудь найдем еще. Погоди-ка. Я еще не все осмотрел. Блять, не смотри наверх. Я и не смотрел, блять. Она меня схватила, сука. Но прикольно было. Не, сауна это хорошо. Мне по самому бы сходить. Опа, 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 опа. Блять, не нажимаю. Короче, где бычки и туалет? Ценно это закрыть. А можно ее вообще выкинуть нахуй? Выброшенный предмет нельзя вернуть, выбросить предмет. Где много бычков и туалет. Запомнили? Все, много бычков и туалет. Выбросить нахуй. Давай. И вот это вот. Оп, соединить. И вот с этим вот. Все. Вот теперь хорошо. Так. И вот так. Соточка. Хорош. Соточка это хорошо. Да. Но мы еще не все осмотрели. Я, конечно, не в сауну иду 16 числа, но в кафешечку схожу. Погулять надо, отдохнуть меня зовут, да. Давай, говорит, приходи. Пообщаемся. Попьем, покушаем. Отдохнем, скажем так. Как следует. Так что вот. А чё, я теперь на третий этаж не могу забраться, сука? Серьезно? Эх, блядь. Эх, лесенка, блядь. Лесенку я свалил. И теперь не могу на третий, да? Так, погоди, а здесь что? А? Стука, не дает. Жалко. Сука, жалко. Но я что-то не все, по-моему, там собрал на третьем этаже, да? Блядь. Ну-ка. Никак, да? Ну серьезно, ну бляха. Ну дайте туда лестницу. Облом, короче, ладно. Мы как бы все это собрали, поэтому, ну, кроме третьего этажа. Поэтому похуй. Отдыхать, у тебя же вроде проблемы с желудком. Да проблемы с желудком имеются, ну, блядь, куда деваться. Если получится, я пойду. Не получится, ну, блядь, буду лечиться, чё. О, еще одна эпоксидка, хорош. А, соединить с травой. Да, это будут патроны. Блять, ну патроны я не хотел бы.
Хотя... это аптечка будет. Это будет аптечка. Ускорять регенерацию клеток. Так у меня аптечек вообще нет, да? Давай. А чё, я все потратил, что ли? Гениально, блядь. Быстро что-то я их растратил все. Так, везде лазим, везде. Вон что-то еще лежит. Еще травушка-муравушка зелененькая. Так, сюда. Еще одна эпоксидка, блядь. Ну и... ну в принципе, что? Соединить. Вот тебе и жишка. Потраченная. Короче, завалили тут эпоксидками и жишкой. Прям. Ешь не хочу. Я, короче, попробую сходить. Если... Если желудок, конечно, мне позволит. Если не позволит, ну, буду лечить тебе... Тебе, блядь. Буду лечить тебя. И себя тоже. Чё, больше не могу взять? Зато могу соединить вот эту. Ну, соответственно, взять тоже. Чё, эпоксидку типа один в один... Не... Один в один брать нельзя. Жаль. Вот это соединить с эпоксидкой. Хорош, блядь, хорош. И, и забрать сюда. Да, ну мне там прям навалили патронов, ебать-ебать. Ну скоро есть что вызывать, да-да-да. Прям там, в кафешке, если что-нибудь не так выпью и что-нибудь так сожру, скорая мне поможет по-любому, нахуй. Как ни крути. Так, пистолетные патроны, хорошо. Которые я, блядь, собственно, вообще не нахуй не трачу. У меня этих патронов хоть жопой жуй теперь. Так, ну и все, да, валим. Вы отперли это. Я отпер это. Все? Надеюсь. У меня теперь есть фонарь. Да, возьми-ка это. Да, перезаряди-ка это. Опять, что ли? Блядь, я испугался. Я думал это... Она, типа, держала, наверное, этот проход. Я думал, она опять, сука, выжила. Так, а если наверх? Ну-ка, подожди-ка. Это куда он меня сейчас? Ну, я, типа, мог просто, да? Все, ладно. Смешно тебе все? Ну, блядь, как бы... Я понимаю, что это очень серьезно, что это плохо, блядь. Желудком не шутят нихуя. И, ну, блядь, мне куда деваться-то? Не получится вылечить, не получится. Ну, сдохну, блядь, что теперь, ёпта. Что ж теперь я поделаю-то? Я тут поделать ничего не смогу. Все, что будет в моих силах, я сделаю, но... Но! Так, чё? Для дробовика у меня патронов прям. Нормально, нормально. Вы отперли это. Ура, я молодец. Я отпиратель. Так, это я с другой стороны. Все, хорошо. Теперь нам лучше всего... ну все правильно, на второй этаж все. Пойдем сохранимся, а потом на второй этаж. Да дай пройду, что ли. А что, вторая не открывается? Типа? Блять, одна открывается, вторая нет. Так, ну мамаша все. Маргарита! Сдохла она. Ну и там рифму сами дальше придумайте. Монеток у меня здесь нет. Окей, а здесь? Да, серьезно. Давай, психосимулятор сюда. Будет два, хорошо. С эпоксидкой надо еще что-то сделать. С чем ее соединить? С порохом? Давай-ка мы вот это вот, допустим, мы просто уберем. А порох мы заберем. Потом возьмем соединить с эпоксидкой. Все, 10 патронов, хорошо. Причем улучшенный, по-моему. Бля, обычный пистолетный, сука. Ладно, это убрать. У нас усиленные есть, если что. Что мы еще? Аптечку давай возьмем. Нет. У нас их и так 3, блядь. Травы нам тоже достаточно пока что. Пистолет, пищевые добавки. С чем могу я пищевые добавки соединить? Ни с чем. Прикольно. Тогда нахуй пока.
Зажигательный боеприпас это для гранатомета. Ключик у нас с собой. Надо открыть, пойти вороньим ключом одно местечко, которое там спрятано. Прям в доме. Я сейчас в дом обратно пойду. Ну, как говорится, на этом наши полномочия все, да, окончены. Сейчас, подожди, секунду. Сейчас. Да, блядь, где оно? Нету, да? Вот это, по-моему. Все из-за жары. Блядь, не то. Ну, вообще, да, все из-за жары. Такое вот у меня. Желудок. На жару влияет. Во! Во! Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия и все. Окончены. Так, я сохранил, да? Все, поехали. Монетка у меня нету. Мы пока в дом. Я сейчас в дом зайду, и там, походу, батя будет мстить за свою жену. Похоже на то. А, вороний ключ. Так. Здравствуйте, мы вернулись, блядь. Я сейчас пойду, короче, вот в эту сторону, потому как через эту степь, по-моему, быстрее будет добраться до вороньего вот этого. Вороньей двери. Сейчас прям к ней придем. И там нас что-то ждет, причем там очень много всего лежит. По-моему. Да не по-моему, а 100%. Я через щелку Бонана видел. Давай. Вороний ключ у нас есть, все. Опа. Сюда, нахуй. Бля, вот это ключище, пиздец, конечно, я ебал. Так, откройся. Сколько всего. Миниган, блядь, как... Гранатомет, нахуй. Сюда. И все, и мест... И мест нет, блядь. Да. Как бы, вот. Бля, ну здесь дохуя всего. Зажигательный боеприпас, гильз для дробовика я возьму. И это топливо твердое. Блять. У нас вообще места теперь ни на что нету. Ну пойдем скинем, чё. Гранатомет я явно сейчас использовать не буду. Бля, придется побегать, чё. Ладно, давай побегаем немножко. Ну сейчас тебе дымоход прочистит. Кто? Не надо, блять. Не надо нахуй чистить мне дымоход. Я, короче, обратно домой. К себе. В безопасную зону. Главное, чтобы папа нас не догнал. Вот, все, батя не нас не тронул, заебись. Скидываем гранатомет, пока он нам не нужен. Пока у нас есть огнемет. Бля, нихуя есть оружие, пиздец против них. Но оно более-менее эффективное, хотел сказать, дефективное, блядь. Эффективное против них, потому как они мощненькие ребята. Пока давай уберем. Мы вроде использовать его тоже не будем. Это нам точно... Вот это нам точно надо. Ключ пока что... Бля, ну я видел только две двери, которые можно использовать с вороньим ключом. Пока что мы его уберем тоже. Место нам только будет заполнять. Задерживать. В принципе, все, наверное. Да? Для огнемета патроны все. Все, короче. За бабку и двор. В дымоход в упор... Да, вполне возможно. Сейчас нам батяня, блядь, засунет по самые гланды. Все, что у него есть. И топор, блядь, и хуй, и что угодно, блядь. Хотя, вряд ли у него там что-то есть. Я по поводу хуя, потому что я ему все нахуй на свете, все, что можно было, оторвал, отстрелил, ну и так далее. Топор он точно может засунуть нам, конечно, по самые небалуй. Потому что топор у него всегда с собой, и... Короче, он может. Еще как? Еще как может. Как хорошо, что я не забыл про этот, про это местечко. Про эту дверцу. Так. Это мне, пожалуйста. Это вот тоже мне, спасибо. Внизу что-нибудь нету? Есть? Нет?
Ну дай, блядь, ну дай. Не дают, суки. Так, здесь теперь. Хорош. Я нашел. Я молодец. Даже без этого видения. Здесь. Вроде нету. Так, дальше осматриваем. Чё-чё-чё-чё-чё. Там вроде тишина. Твердая вот эта вот хреновина. Что-то твердое. Что это? Так, ну и, наверное, все. Не, ну я могу сейчас колеса сожрать, но смысла нет, потому что я больше ничего не вижу. Ну как бы я бы увидел, наверное. Просто так я их сейчас потрачу, поэтому не буду тратить все. А, дверца закройся, спасибо. Вот, что у нас там? Все занято нахуй. Так. Патроны надо бы скинуть тоже. И вот это надо соединить. И вот будет для гранатомета патрон, да? Ну давай, чё? Давай, три патрона, блядь. Надо скинуть. Подожди, а вот это что соединить? Не с чем. Надо будет скинуть. Все, ничего не знаю. Идем. Травы нету здесь? А жаль. Я думаю, я заметил что-то. Так. Здесь мы вроде забрали все. Да. Что-то лежало. Все, идем скинем патроны и валим уже этот, на второй этаж. Того дома. Не этого, а того. Подожди, или этого. Нет, того дома. Того. Ну, придется побегать, что ж теперь. Ну, мамка, конечно, да. Блять, мамаша. Я хуею. Теперь бы батю завалить. Я, конечно, надеюсь, что я все-таки маму завалил, хотя вполне возможно, это не так. Длиннорукая скотина, блядь. Мы, в принципе, можем огнемет оставить, а гранатомет с собой забрать. А? Как вам идейка-то? А? Или дробовик нахуй оставить, а гранатомет, блядь. Как уебал, блядь. Пистолетный патрон у меня тоже, кстати, много. Давай-ка, наверное, так и сделаем, а? Ну-ка, убери. Патрон для дробовика, ну-ка, убери. А гранатометные патроны сюда, нахуй. 5 штук. У, блядь. Давай сюда. Опа, блядь. Аптечки 3, патронов сколько там получается? 6. От гранатомета, блядь, 6. И пистолетные патроны я, наверное, все-таки заберу. Вот это уберу, вот это уберу. А обычные патроны и прокачанные заберу. Ну и, соответственно, где там? Вот, патроны... Не, подожди, это не те. Или те. Ну-ка, забери. Да, по-моему, те. Так, дробовика, вот. Нет, это не... Блядь, серьезно, тот же самый пистолет взял. Вон они. Пистолетные патроны. У, сука. А, я... Так, вот. Так, это магнум. Подожди, я все забрал, точно? Да, 40 патронов. У меня максималка, больше я взять не могу. 13-й улучшенные пистолетные патроны, 13 их. Это для вот этого все-таки. М19. Но я все-таки оставлю обычный, пока. Просто у меня, блядь, оружие, я ебу. И дробовик, и, блядь, гранатомет, и огнемет, и что хочешь, блядь. Бляха-муха. Но это для бати, это сохраним на всякий. Это по-любому для бати. Да, за это надо выпить. Так, пока убери. А то сейчас использую, блядь. Так, нам на второй этаж того дома. Мамки-то больше нету? Нету. Но держим ухо востро. Там рука должна быть. А так как они, суки, все живучие, я думаю, что мамка все-таки еще здесь. Сейчас заходим, и меня батя опять за шею, блядь. А? Пока нет. Так, вон туда нам. Все. Ну, конечно же, он быстро, блядь, не умеет бегать нормально. Как разъебай бегает. Побежали быстрее. А, собственно, заходим. Все, я на месте. Так, это кепка. Это рецепт.
Здесь мы все вроде осмотрели. Все, валим на второй этаж. Кукла. Кто, блядь, сыграл? Сука. Специально, что ли? Бля, мураши прям сразу погнали. Суки твари, не могу. Кто это сделал, блядь? У, блядь. Так, все, я побежал. Я надеюсь, тут ключ и ничего такого не надо. Я в это очень сильно верю. Кроме фонаря, который мы с собой держим. Ладно, все, я это все смотрел. Вроде как. Ну, погнали. Ну, ёптая, ну-ка, оу. Так. Ты, надеюсь, точно не живой? Ты же плюшевый. Это рофл, стопудово. Так, сейчас дверь сама закроется, да? Нет, я ее закрою. Так, сзади никто не придет, все, заебись. Смотрим. Конечно, фонарик будет мигать. Конечно, кто бы нахуй сомневался. Че, давай сожжем его нахуй. Так, хоп. Им похуй. Что здесь? Ну, конечно. Ничего нету. То, блядь. Хватит, сука. Как же камера медленная все-таки ворочается. О, сука, страшно, блядь. Так, кто-то что-то играет там. О, ботинки, заебись. Я же говорю, я обувной магазин себе сделаю. В какой-то серии говорил. My family. My family, my family. Моя семья. Эвелин. Кто такая Эвелин? Эвелин, ты кто? Какая-то девочка тут живет. Или мальчик, не знаю. Так что. Кто здесь? Эвелин. Хотя, чё, Эвелин, девочка вроде. Сука. Кресло само качается. Это да, это классика, блядь. Можно я не пойду к нему? Мне придется, в принципе, идти. Вау! Закройся нахуй. Так, если что, кресло, я тебя сожгу нахуй. Дай, чё-то. Корабль какой-то разбитый. И все типа попадали в речку, в воду. Сука, сожгу. Ну, блядь, давай. Я что-то слышу. Блядь, сейчас отпущу же. Подожди, из него что-то течет, что ли? О, блядь, из него что-то черное вытекало. Это не есть хорошо. Что-то черное в мишке. Бля, какого хуя ты двигаешься, сука? Остановись! Остановись! Е-е-е. Песню кто поет? Е-е-е. Так, мы, блядь, на втором этаже. Где рука, сука? О, там что-то еще, да? Опять какая-то битва, сука. Ебать, все в черном. Уфу-фу. Я, короче, это. Я понимаю, кто здесь будет. Опять эти хрени. Склизкие черные. Да ведь? Ну. Я прав? Тихо, блядь. Суки, пугаете меня специально, блядь? Нет? Не сгоришь? А я вас сожгу, нахуй. Так. С ней что-то не так. С кем? С Эвелиной, походу, делал, да? Эвелина, что с... Ебать, ну конечно, да, конечно. А. Ладно.
Я думал, сейчас запрут меня и начнется. Начнется месиво, блядь. Закрой дверь. Дверь, сука. За... Спасибо. Ну нахер. Да ебаный в рот, ёктель. Ну ты видел? Ебно. Держи от меня подальше. Кто это сказал? А я с удовольствием бы, но мне рука нужна. Ёксит, блядь, скотина. Ты, наверное, в тайминг специально сделал, да? Чтобы, потому что знал, что сейчас появится это кто-нибудь. Держись, говорит, от меня подальше. А как? Как? Ну, поехали. Мячик поиграем. Все из-за жары. Да-да-да. Но она за этой дверью, по-любому. Ну, стопудово, да-да. Он там где-нибудь стоит. Нет никого? Конечно, дверь закроется, ну конечно же. Так, мы в этот домик сейчас проникнем, да? Ага, что там? Письмецо. Нет, пустой листок. Что это значит? Хуй знает, что это? Нихера себе, я не в курсе. Так. Ну, кроме письмеца, там нет нихуя. Что делать-то? Это можно сломать. О-о-о, нет. Это можно просто пройти. Бляха. Она живая или мертвая? Хотя есть как бы все, блядь, мертвые. Блядь, серьезно? Надо будет руку у нее оторвать? Бляха, ну серьезно. А если я сейчас сожгу, нахуй? А ей похуй, понял? Так, это Эвелина. Ну давай забирай, блядь. Сейчас она пизданет меня, походу, дела, нет? Я готовлюсь. О боже, наверное, это она. Рука серии D. Ничего? Да? Я пошел, да? Ты же, сука, за спину мне не это, не хапнешь? За жопу. Не двигайся, блядь. Я тебя это, я... Опа! А что это, блядь, за знаки, нахуй? Я нет, я ничего не вижу, это мне кажется, это иллюзии все, это все иллюзии. А, блядь! А, сука! Уйди нахуй, сука, чёрная, блядь! Я тебя сожгу, блядь, сожгу, сука, сказал. Ёбаный в рот! Сука. Ну знал же, блядь, что сейчас что-то будет. Ну какого хуя ты пугаешься-то, ёбаный в рот. Я просто забрал руку, отстаньте от меня. Блядь, здесь все в черной хуйне. Сейчас полезут, блядь, я знал, знал. Я знал, блядь. Уйди, сука, от меня. Не трогай меня, сказал. Беги, блядь, бегим, бегим, отседова, бегим. Давай, 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 давай. А, блядь, ай, сука, пошел нахуй, понял? Пошел от меня, блядь, не трогай, сука. Я не твоя собственность, блядь. Все, я руку забрал. Я забрал руку, я молодец. Бежим нахуй отсюда. Бля, бедная девочка, пиздец. Че ты не звонишь? Звони давай, блядь. Во. Я как чуял, нахуй, что позвонит. Да не, лучше возьму. Да, нашел. Мы правда сможем изготовить из этой штуки сыворотку? Не волнуйся. Как изготовим сыворотку, выберемся отсюда вместе. Буду ждать тебя в автоприцепе. Я пошел. Окей. Быстрее, блядь, пусти, пусти. А что все в знаках каких-то было, блядь? Сейчас, блядь, кто-нибудь меня встретит, да? Нет. Все, я в автоприцеп. Можно я? Так, да, вот сюда. Блядь. Черные хрени, конечно, это такое, да, сильное. Все, валим. Просто валим нахуй отсюда, блядь.
Давай, 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 шевели булками, блядь, шевелись, сука. А, лишь могила твоя поведает правду. Узнайте тайну старого дома. Нихуя я ничего не узнал, ну там какая-то маленькая девочка. Что, страшно? Нет, блядь. Я притворяюсь. Это все просто, ну, для стрима. Это нет, это что, неправда. А вон нахуй, блядь, ты что? Ты видел, что с мамой сделал? Сжег ее нахуй. Ведьму эту. Ну, не с своей мамой, а с той мамой. Не знаю, какого хрена. Так, я в автоприцеп. Че? Где? Ах ты, сука, звонишь. Подожди, я сейчас сохраню. Вот. Потом. Сначала сохранится. Все, ничего не знаю. Хорошо. Да-да-да. Это про меня. Я крутой, да-да. Если что, я крутой. Так, у меня для огнемета мало слишком патронов, поэтому я возьму за место огнемета. Что? Правильно, дробовик нахуй. Дробовик сюда. Патроны для дробовика. Для дробовика сюда. Порох туда. Это здесь. Пистолетные патроны тоже здесь. Погоди, кстати, а пистолетный патрон, ну-ка. А, ну типа я усиленный могу использовать, я обычный. Сначала я, конечно же, обычный буду использовать. Не то. Все, да? Вроде все. Ну-ка, что там еще есть? Что-нибудь полезненькое я могу еще взять? Водительское удостоверение точно мне не нужно. Ценная фотография, тем более. Где-то возле сортира. Подожди. Не помню, для чего эта фотография. Ладно, пищевые добавки нахуй. Трава. Может быть, я траву могу с пищевыми добавками соединить. Давай-ка, на, и вот так вот, на. Трава, соединить. Нет, не могу. Ну иди нахуй тогда. Я не понимаю, нахуя мне пищевые добавки вообще. Никакого смысла не вижу в этом. Ну все, ладно, что, здесь что у нас? Ага, а здесь дробовик, все, хорошо. Ну давай, давай, давай. Мне не страшно, пойду, только штаны поменяю. Давай. Че, где, черт возьми, ты находишься? Остается найти голову, идем. Я подумал, надо тебе сообщить, я решил, что Зое нужна передышка. Ты кто? Она и Мия здесь со мной, они друг друга развлекают. Ты кто нахуй? Отпусти их! Зачем они тебе нужны? Это дело семейное, Итан. И оно тебя не касается, ясно? Бля, это старый, что ли? Все, я понял. В общем, если нужна голова, приходи ко мне в любое время. Я ее тебе отдам. Я понял, это который без руки, уебок. Но только если примешь участие в небольшом мероприятии, которое я организовал специально для тебя. Just for you. Знаю, тебе не терпится, но ты не волнуйся, спешить некуда. Первое-наперво мне надо, друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. А я там уже смотрел. Ну не надо, не веди тебя так. Ты ведь не прочь немного поразвлечься, а? В общем, загляни в холодильник. Ой, блядь. Я как бы заглядывал уже, и там, по ходу дела, ну... Сука. Конечно, голова, конечно. Какой-то хуйни. Кто это? Легавый ждет тебя секционный в подвале, сука. А это он? Это башка его, по-моему, да? И он, они из него вон какую хуйню уже сделали. Ебать. Так, еще раз. Легавый ждет тебя. Секционный в подвале. Сука. Сам ты, сука, понял? Козел. Козел, блядь. Так, это мы видели, да, вроде? А им уже не спастись. Это да, это мы видели уже. Тут мы забрали, а тут кассету вставить какую-то можно, но мы все кассеты вроде как посмотрели. Монетки есть? Нету. Заебись.
Тогда я сохранился. О! Во-во-во-во-во! Патроны. Во это место. Вот, вот это место было. Бычки или гильзы. И туалет. Все, я нашел. Патроны давай-ка мы уберем. А где они? Вот они, три патрона. Нахуй. И это патроны для вот этого вот магнума. 44-го. Все, ништяк. Ну, мы его, конечно, пока использовать не будем. Так, подвал. Подвал секционный. Ну, хорошо. Хорошо, блядь, хорошо, я иду. Теперь смотрим, здесь есть подвал секционный. Комната наблюдения, запасы, гостиная, центральный зал. Кладовая, кухня, обеденный зал, гостиная, прачечная, гараж. Вот сюда, по-моему, нам надо, да? Мастерская, помещение для кремации, котельная, секционная. Вот нам сюда как раз надо. Так, подвал. Ну, блядь, сейчас батя нахуй нас найдет, да? Я так, на всякий пожарный смотрю. Вдруг что найду. Так, ну давай, батя, чё? Я уверен, что ты еще живой, блядь. И ты нас ищешь, сука. Давай, давай. Батя! Ты где, нахуй? Туда, наверное, вниз, да? А, нет, это сохранение. Не то. Ой, блядь, ебаный в рот, сука. Тварь, мразь, сука. На тебе в черепушку, блядь. Как тебе такое? А, я еще сидел. Как тебе такое, нахуй? Еще разок. На, еще разок, блядь. А почему не с одного выстрела? Я вроде с одного выстрела их ебашил. Тварь, блядь, напугал, сука. Ну, скримак удался. Че ж там говорить? Так, в гараж пойдем, сходим. А где он, кстати? Или это он и был, блядь, серьезно? Он таким стал, наверное. Может быть, это и был полицейский, который трансформировался, нахуй. Или он его таким сделал. Короче, нам вот сюда... А, ну подожди, мы же сейчас спустимся и прыгнем просто вот сюда, правильно? Да. Да ладно, то нам не сюда. Как нам попасть в эту ебаную секционную, сука? Подвал. Подвал можно залезть только, по-моему, в одном месте. Но это не точно. Не точно. Что это? Позмак. А, все, я помню. Это то, что он там купил что-то. Закройся. Ну, вот сюда, наверное. Но это опять же не точно. А, все, я понял. Я, если я сюда пойду, я попаду вон туда. Вот. Тогда нам не сюда. Значит, нам вообще не сюда. Блять. А, здесь мы тоже были. Тогда на второй этаж. Через второй этаж, наверное, как-то можно попасть в эту ебан... Стоп. А вот сюда как? Бля, вороний ключ сюда? Да нет, вроде. Я не думаю. Как, блядь, это открыть, сука? Я отмычки пробовал, но нет. Хм. Интересно, интересно. Ладно, пойдем. Я просто не разбираю. Да, по-моему, сюда. Фу, блядь, фу нахуй. Конечно же, закрыто все. Так, так. Вот отсюда как раз таки и в подвал можно там пробраться. Все, я вспомнил вроде как. Вроде правильно. Ну нет, не отсюда. Короче, со второго этажа. Угу. А что это такое синенькое? Что это, блядь?
Вау! Хорош. Что-то синенькое там. Так, ну нет, не отсюда. Блять, а откуда, сука, я забыл. Я просто по той карте нихуя неправильно ориентируюсь, я не понимаю, куда идти. А может, с другой стороны двора просто зайти? Все-таки, наверное, не здесь, да? Блять, походу, да. Власть. Нам надо вылезти отсюда, нахуй, тогда. Нам не отсюда. Блять. Ой, эта хуйня растворяется, прикольно. Не знал. Короче, нам с другой стороны двора надо зайти. Как бы этот дом, но с другой стороны. Или нет? Или подожди, или дверь открыта, серьезно? Да ладно. Ну-ка. Блять, а что мне сюда? Мне что-то вставить надо, я не могу что пройти. От, блять. Как, сука, туда попасть, блядь? Прачечный гараж. Вот, сука. Найди ингредиент сыворотки, это я нашел. Заберите у Лукаса ингредиент сыворотки. Найдите труп помощника в зоне обработки. Труп помощника? Чё, блядь? В душе не ебу, где это, блядь? Короче, давай с другой стороны двора попробуем. Ну это другой дом. Нет, нихуя. Мне вон в тот нужен. Мы тут вроде все смотрели. Блядь, не сюда. Ой, блядь, лабиринты ваши, сука. Там другой дом, соответственно, тоже мамаша. Нет, нам здесь все-таки. Блядь, а где? Я нихуя не понимаю. Давай-ка мы, знаешь, куда пройдем? Где скорпионы? Дверь скорпиона. Вот, вот сюда. Вот, наверное, все-таки сюда нам надо было. Да. Да. Все верно. И потом просто вниз. Все. Давай сохраним. Все, наконец-таки я, блядь, нашел. Еле-еле, блядь. Сука. Понапрячут, блядь. Понаделают лабиринтов. А ты ходи, ищи, свищи, блядь. Этих дебилоидов. Ой! Так, ну живот вроде перестал болеть. Может, это все-таки нож подействует. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что просто живот прошел. Буду в это, собственно, верить. Так, сколько у меня там? Нормально. 23, блядь, патрона. Стоп. Пистолет возьми. Что ты, блядь? Ну, конечно, темно. Ага. Опять эти черные жижи, сука, будут мешать мне, да? Конечно, конечно, конечно. Все в черной жиже. Как, блядь. Как завещали. Можно сюда пройти? Конечно, с другой стороны. Не, нихуя нельзя. Сюда? Ага. Да-да-да. Во, не зря сохранение. Значит, мне сюда. Все. Сюда мне и надо. Да-да-да. О, здравствуйте, женщина. Давай пали в нее, блядь. Стреляй, суку. Сука, не дает, блядь. Это же Эвелина. Хули ты на меня смотришь? Уйди. Я... этот. Сука, ну я ж тебя знаю, блядь. Ты старая, которая ведьма, блядь. Ведьма, блядь. Старая. Проходи, блядь. Так, еще один бой с боссом, блядь, или что? Серьезно? Ага, блядь, кто, сука? Ой, блядь, ёб твою мать, ты чё, сука? Ебать, ты быстро еще к тому же. Нихуя. На, блядь, по черепушке.
Ой, блядь, в смысле? Стука. Хорош, блядь, смотри, снайпер, нахуй. Сзади, нет? Ху! Сдохни, мразь, блядь. Сдохла, тварь? Ну-ка, ножом. Всё, сдохла, заебись. А, да, пистолетик пока. Нормально вырвалось, нормально. Мне понравилось. Блядь, аптечку, что ли, использовать? Ну, хуй с ним, давай. У меня их сейчас сколько? А, две. Ну, так. Бля, руку надо было ставить, наверное. Ой, ёб твою мать. Хотя неизвестно точно. Я все-таки правильно, наверное, взял с собой. Но здесь все черное не было, поэтому... Сюда мне же. Или не сюда. Так, опять драка будет. Нет, не сюда. Оп. Ну-ка, пни его, блядь. Нахуй. Нахуй. Я сейчас все попинаю. Может быть, что-то из этого получится. Нет. Ничего из этого не получается, поэтому идем наверх. Наверх нам, значит. Блять, они еще так тихо появляются, эти твари. Ну-ка. Так, здравствуй. Ага, ага. Читай. А, докажи, что ты настоящий мужик. Сунь руку, чё? В глотку этой свиньи. Блять. Ну ты тварь, тварь. Чё, это нельзя забрать? Так, стоп, а там чё? Мясо. А... Закрой пока дверь. Аж голос теряю, блядь. Короче, в глотку ему надо засунуть, да? Ну-ка. А, похоже, наступило трупное окоченение. А, его суставы уже застыли. Очень, блядь, приятно. Какой-то тошнотворный сладковатый запах. Тело уже начало разлагаться. Блядь, но он же весь черный. Ну какой, ну блядь. Сука, придется, да, засунуть все-таки. Ну давай, 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 хуй с ним, чё ж теперь. Давай, давай. Уа, бляха. Прости, дружище. Чё это, блядь? Ключ. Ключ со змеёй. Фу, блядь. Ааа, всё. Я понял, что это за ключ. Эта штука поможет тебе найти две карточки ключа. Пропуск на вечеринку, где мы тебя ждём. Спасибо, блядь. Здорово, нахуй, ёбана. Да умри, сука, блядь. Умри, нахуй. Умри, сука. Перезаряди, блядь. Хули ты не перезаряжаешь, придурок. Давай, давай, иди сюда. Угу, почти. Да умри, сука, тварь, блядь. Живучая мразь такая, а. Давай, 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 иди сюда. Нет. Ой, хорошо. Не попал. А я попал. Не, ну смотри, научился стрелять уже нормально, прям, уф, прям какой умничка я становлюсь. Так, ну еще они будут здесь, по-любому, еще будет, я уверен, блядь. Если еще, пока я буду бежать, еще куча будет. Жалко, нельзя телепортнуться, я прям, блядь, хоп, и сразу к другому костру, да, ну, блядь. Dark Souls сразу вспоминайте. В голове только один Dark Souls. Dark Souls. Так, все черное, ну-ка давай-ка отсюда пойдем. Мамаша здесь, конечно же, уже... Ну, конечно, ее уже нету, да? Кто-то ее укатил. С мамашей не поговорить, ничего, взаимодействовать, ничего нельзя, блядь. Хули она тут катается, блядь, по всему этому дому. Больная женщина. Так, наверное, сюда. Нет. Не сюда. К сожалению. Так, давай, давай, беги, беги, беги. Да, сюда. Нет? В смысле? Ай, блядь, ёб твою мать! Сука, тварь, блядь, козёл. Пошёл нахуй. Пошёл нахуй, понял? Вот так-то. Ну. Тварь, блядь. Да как? Какого хуя они так пугают сильно? Нежданчики какие, а? Так, сохранить. Всё. У-у-у, сохранить. Ладно. Ладно, ладно, ничего, ничего.
При первой же возможности я буду сохраняться. Пошло все нахуй. Че, руку мы все-таки, может быть, уберем пока? Может, она нам правда не нужна? Давай-ка мы уберем руку. Возьмем аптечку. Пускай будет 3. А ключик, соответственно, я знаю, что за ключик. И от каких он дверей. Это двери со змеей, оказывается, бля. Хотя там никакой змеи нет, блядь. Какие-то деревяшки, блядь, выставлены. Выставлены, хуй пойми как. Пускай будет, ладно, ключ от змеи, блядь. Змеиный ключ. Ключ со змеей. Хрень какая-то. Так, ладно. А где, соответственно, находится... Кто? Правильно, карточки, которые нам нужны для того, чтобы пройти. Так. А. Да? Ну, нам сюда не надо. Закрой. Вся. Так, тогда наверх. Бляха, ты еще мразь. Сука, тебя, блядь, не хватало. Да еще машет башкой, хуй пойми как. Блядь, сколько уж вас, ребята. А че вас так дохуя, а? Кто мне скажет нахуй? Да умри ты, сука. Хорош. Вроде завалил. Дохуя на них над патронов. Так, раз. Сейчас он очухается, потом я еще раз буду стрелять. Потому что они очухиваются, и только потом начинают действовать. То, что я попал в голову, блядь, 3, сука. Всего 3 патрона должно быть, а не больше. Все? Нет? Нет, не все. Блядь, что-то больше в них надо всаживать теперь, пиздец. Они что-то сильнее стали. А эта хуйня, не знаю, живая, нет? Что-то какая-то непонятная хрень. 3 патрона, мало. Я, конечно, могу поменять на еще патроны там. Ну-ка, давай-ка. Присядь. Так, ну вроде дохлый. Ну, с какой-то хуйней, блядь. Так, ищем мы что? Дверцу со змеей. Здесь, случайно, нет где-нибудь двери со змеей? Я не уверен. Я помню, что она наверху есть одна, но... Может быть, и здесь присутствует эта дверца. Так, это сохранение, окей, это не то. Нет, тут нету. Ладно. Нет, так нет, окей. Тогда идем на второй этаж. И не мучаем себе голову. У нас еще есть дробовик, так что все довольно-таки хорошо. Бля, эти жижи черные уже здесь прям ходят. Ну это прям ненормально нихуя. Вот, это блядь, змея. Вот это змея. А, смотри, змея реально. Я думал, просто деревяшка. Давай, используй. Поехали. Карточку мне надо забрать. О, здравствуйте, женщина. Это твоя комната, да? Ну ничего. Топливо. Так, мы опять жечь будем кого-то. Так. Ага. Чего ты? Да что не так-то? А, вон что. О, привет! Как дела? У меня все супер. Привет, Оленька, привет. Приятного просмотра. Дела все хорошо вроде. Я в отпуске, наконец-то отдыхаю. Сейчас будем все время использовать, короче. У тебя как делишки? Рассказывай, что интересно. Завести часы. На определенное время надо завести. Ну, придется все посмотреть, что. Я не знаю, что нужно здесь выставить, чтобы получилось что-либо. И, блядь, я все испробовал. Супер. Я согласен, что супер. А чё? Ну, ладно, пока ждем. Короче, в этих часах, походу, что-то.
Лежит. Женщина, я посмотрю, что-нибудь у вас здесь, да? Что у вас тут есть? Трава. Травушка. О, привет. Это мужчина ее мечты. А, апрель 1980 года Джек поступил в морскую пехоту. Джек. А, так это старый, ёпта. Это твой муж? А он ёбнутый, ты в курсе? Он больной, блядь, на голову. Патрон для дробовика. Хорошо. Я этот, я тебя не трогаю, я просто мимо прохожу. И все. О. Угу. Как тебя теперь закрыть, блядь? Я понял. Женщина, только не этот, не беспокойтесь, я просто мимо хожу. Просто хожу, смотрю, что у вас тут есть. Можете не вставать. Забрал или не забрал? Чуть не понял. А, забрал все. Все нормально, что? Давай я покатаю, хочешь, покатаю, хочешь? Не хочешь? Ну и ладно. А, в Dark Souls 3 темная рука имбовая. Ну, поначалу она имбовая, но с ней вечно же не походишь. Хотя, можно и всю игру, мне кажется, пройти. А я что-то взял? Нет. Здесь ничего не было. А, подожди. Нет, ничего нет. Ладно. А, нам в дверь, наверное, да? Только стоп, стоп, стоп. Что это? А, то же время, что и на остальных часах. Сука, пойдем посмотрим. А, часы. Сколько на них время? А... Без 15 минут 11 времечко. Хорошо. 15 минут 11. Загадка ясна. Женщина до сих пор здесь. Понял. Так, 15 минут 11. Вот так вот. И... Пятнадцать минут одиннадцатого было, правильно? Погоди-ка. Ну, 15 минут одиннадцатого. Все верно. Че? Че не так-то, блядь? Да-да, привет. Так смотрит на меня постоянно. То же время, что и на остальных часах. Угу. Ну я правильно же все сделал. Чё? А, типа, блять, окей, надо нажать. Ёбаный, бобаный. Ладно, я схожу туда, не сейчас, подожди. Сначала сюда. Так. Ценная фотография. Возле головы что-то. Пока голову никакую не вижу. Вот такую вижу маску, но это не голова. Наверное, где-нибудь внизу это все показано. Ну-ка еще раз посмотреть, ну-ка. Это где-то подвальное помещение какое-то. Возле головы. Так, а тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Да, бля, я найду, я найду. А, выброси ее нахуй. Все, да-да, выброси, пизду. Она мне не нужна. Смысла от нее никакого нету. Я примерно понял, где что. Возле какой-то головы что-то лежит. Но голову я здесь не вижу. Но это в подвальном помещении. Я как бы сейчас туда и иду, в принципе. А какие там психи эти с крестами на спине и красными глазами, они бешеные. С крестами на спине. Их даже темной рукой бить непросто. Блин, я не помню. Если ты мне в Дискорде фотку скинешь, я примерно пойму, кто это такие. Я правда не понимаю, о ком ты. Я уже давно в Дарк не заходил. Особенно в третий. В первом-то я был, а вот... А, дверь закрылась, да? А, кровать, в смысле. А, сука. Все, пиздец. Нам пиздец. А, где огромные крабы? Так, огромный краб. А, кресты на спинах. Все, ну они мощные, да. Ну, кстати, я очень быстро их валить научился, поэтому... Для меня они, конечно, слабоваты. А в первое время, да, они твари еще те. И сильные, что пиздец. А... Да.
Мы это уже видели в самом начале игры. Поэтому нас уже этим не удивишь. Улучшенные патроны, спасибо. Карточка, ага, красная, хорош. Так, сохранение, хуёво. Сейчас что-то будет, блядь. Не просто так сохраняются. Сохранение тут происходит. Почему пусто, почему нихуя нет? Три патрона, блядь, давай-ка мы переставим, нахуй. На бронебойные какие-нибудь, они же бронебойные получаются. Вроде бы да. Так, что еще у нас тут есть? Нас уже вот этими вот поделками, блядь, не удивишь. Как бы страшного нихуя нет. Вы отперли. Так. Я отпер. Вон оно как. Хорошо, хорошо. Ну типа мне не выйти в любом случае. Короче, надо, да. Сейчас черненькие нас опять будут тревожить. Да? Черныши. Ну, конечно, конечно. Кто бы сомневался. Кто, блядь, я не видел никого. Но музыка уже оповещает о том, что нам пиздец. Да? Сука. Да хорош, музыка, иди в жопу, блядь, я очкую туда идти. Так, еще ниже. Пойдем, блядь, коня. А хули нет? Давай, давай, чё? Я только за, блядь. Во! Вот эта змеиная дверь, все. Это то, что нам надо. Собственно. Сдать никого же нет, я надеюсь. Я повернусь. Блядь, нет, нет. А то, что я сейчас заорал, мурашки по коже пошли, ни с хуя. Хорошее местечко. Да, красиво, я понял. Мясо. Вкусно. Ну, блядь, возьми, смотри, какой тесак, блядь. Чё он не берет тесаки? Я бы, блядь, и ножом, и тесаком вот так вот хуярил, блядь, как не в себя. Если кого-нибудь увидел бы. Ой, блядь, персонаж. Долбоёб на персонажа, чё? Так, ну... Я тут был, да. Карточку можно пойти вставить. Но это только одна. А где будет вторая, к примеру? Хорош, наверх. Хорош, еще наверх. Это же наверх? Блять, это не наверх. Хотя, почти наверх. Бля, круги нарезаем, пиздец. Ориентироваться здесь, конечно, хорошо, я не умею. Блять. Когда это булькает, сука, я начинаю, блядь, очковать, потому что кто-то сейчас вылезет, нахуй. При таком буле... Ага, я еще и круг сделал, заебись. Я молодец, бля. А сюда? Блядь, кто-то... Ага, ну, конечно, конечно, конечно. На, сука! Надеюсь, только один, блядь. На, сука! Блядь, хорош, блядь! Ай, блядь, сука! Тварь, я знал, что здесь кто-то еще, блядь, есть. На, сука. На, блядь, тварь. Хорош. Блядь. Ай, блядь, да еще один, сука. Да вы что шутите, нахуй? Хорош, а? Откуда у вас столько, блядь, тварей? На, сука. На, блядь. Суки, твари, козлы, блядь. Не то. Вот это, да? Так, 6 патронов. Тех. И 3 таких. Нормально, нормально. Сука, пугают твари жестко, блядь. Ну нахуя это делать? Можно я отсюда выйду, пожалуйста? Наверх? Да, ура, блядь. Так, ну это только одна карточка. А где вторая? Сохранить. Так. Это которые сидят с крестами и такие... Когда начинаешь типа, к ним подходить, а потом они начинают прыгать, блядь. У них глаза прям краснючие, огромные. Этих я знаю, да. Я понял про кого-то, короче говоря. Так, три патрона, это мало. Эти... Надо, кстати, сначала патроны, наверное, сменить, да? Вот так вот. Пускай этих 6 будет в патроннике. А эти патроны надо просто убрать, где они? Да ладно. Не могу их. Ладно.
Хорошо. Хорошо, хорошо. А тогда. Пистолет М19 с собой. Карточку с собой. А... Блять, а что убрать-то? А, огнеметные вот эту хуйню убрать. Я гранатометом пока, пока не пользовался. Не знаю, может быть, все-таки его потом. Давай-ка его уберем все-таки. И возьму я сейчас огнемет. Там у него что-то есть. И, соответственно, патроны где? Ниже, да? Да, вот. Ну, 30 патронов это... Хотя, почти полная обойма. Так, что у нас можно соединить, к примеру? Порох-стровой это патроны. Ага. Пищевые добавки и трава, например. Нельзя. Бля, вообще пищевые добавки с чем можно соединить? Я нихуя не понимаю, с чем их можно соединить, блядь. С порохом, если только. Так, ну-ка давай-ка порох. Блядь, с порохом нельзя. Нахуя они нужны вообще? Влияют на нервную систему, нельзя использовать самим по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. Из таблеток? Ну вот таблетки. Соединить. Так, ключ змеи, наверное, больше нам не нужен. Мы его сейчас уберем пока что. Этот, соответственно, тоже убираем. Нихуя не понимаю, зачем он вообще... Колеса надо использовать где-нибудь поближе, хрен знает к чему. Патроны мы сейчас доберем, где они? Да, вот они, пистолетные улучшенные. Ну пусть будет, потому что я потом поменяю просто пистолет или сейчас, блядь, поменять. Огнемет оставляем. Да, поменяем, хуй с ним, давай, давай. Это мы уберем и, соответственно, сейчас его возьмем. Где он? Да, М19. Да. Все, 20 патронов. Для пистолета, для дробовика у нас тоже 25 патронов. Это здесь, это сюда. Отмычка здесь. Все, в принципе. Да. Ну, теперь давай еще раз сохранимся. Ради прикола. Ну, что могу сказать, ляжки немножко пообдристали, да. Так, ну давай, наверное, на сегодня закончим. Сейчас я включу сразу следующую серию, потому как идет уже вторая. Они примерно как раз идут по полтора часа. Мне этого достаточно. Так что спасибо большое всем, кто был. Ты хотел бы вернуться в Dark Souls? Я вернусь в Dark Souls. Наверное. Но без смертей-то я Dark Souls не прошел. Когда-нибудь я его точно пройду. Вот, так что, типа, всем до встречи, всем пока. На YouTube подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.